Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Намко. И вы никогда не задавали себе такой вопрос, или не интересовало вас, какая же самая дорогая вещь в Доте 2? Если когда-то вас это интересовало, или интересует, или вам интересно, да, то это видео, конечно, для вас. И сейчас я вам расскажу, какая же самая дорогая вещь во второй Доте. Самой дорогой покупкой был куплен, не буду сейчас называть цену, был куплен курьер. Да, был куплен курьер, сейчас я покажу вам этого курьера. Вот фотография, лучше я не нашел. Вот такая вот, как бы, курьер розовый. Он, по-моему, так и называется, розовый курьер, если я, конечно, не ошибаюсь. Вот. Как бы, в принципе, не знаю, что сказать, ничего особенного. Мне кажется, вообще этого курьера делала девушка какая-то. Хотя могу и ошибаться, но как бы, какая разница, кто его делал, да? За какую же цену был продан данный курьер? Данного курьера купили на аукционе, или продали на аукционе, да? За 38 тысяч долларов. Да, сумасшедшая цена. За что? Такой вопрос, за что? Не за что. За какого-то курьера, который, в принципе, не знаю. Во-первых, он не настолько красив. Возможно, я ошибаюсь, но я не знаю, что в нем красивого. Во-вторых, никакой ценности он не несет. И тратить 38 тысяч за курьера в игре или за что-то в игре, да? Мне кажется, это слишком бредово. Ну, благо, наверное, есть такие люди, которые могут себе это позволить, которые зарабатывают достаточно, чтобы делать такие покупки. В общем, ладно, не будем считать чьи-то деньги. Возможно, он просто был куплен для чего-то, не просто так. То есть для дальнейшей какой-то выгоды, возможно. Ну, может быть, просто так, в общем. Ладно. В чем же фишка этого курьера? В чем же... Почему он так дорого стоит? Если я не ошибаюсь, то данного курьера нельзя купить в самой Доте. То есть он редкий, он не продается в Доте, и его вот... на аукционе продали за такую цену. Вот и все. Как бы, что еще? В принципе, мне больше добавить нечего. Теперь вы узнали самую дорогую покупку в Доте. Я надеюсь, это видео кому-то было интересно. Если было интересно, ставьте лайки. Подписывайтесь, кто не подписан. Обсуждайте. С вами был Намко. До скорых встреч. Пока.